Да, есть рыбка однозначно. Ну. Ого, ого. Видели? Всем привет! Меня зовут Сергей, вы на канале Трофей Черноземья. Наконец-то я дождался выезд на реку Дон. Всегда этого долго ждем, всегда мечтаем об этих рыбалках, всегда в надежде, что судак сделает свой знаменитый вот этот удар по спиннингу, по приманке вернее, чтобы спиннинг отдалось. И как-то всегда радуют такие поездки. Вот и мы сюда выбрались с товарищами. У нас уже, как видно, лодка на воде. Резинки закинули, приехали поздно-поздно ночью, спали всего пару часов и гоняли уже на утреннюю зорьку. Все покажу в одном фильме, потому что приехали сюда на 2,5 дня, и делить как-то это видео на много серий бесполезно, поэтому все будет в одной, покажу интересные моменты, поклевки, какие-то запоминающиеся такие кадры. В общем, все буду показывать, как что будет тут. Ну а вы смотрите, ни хвоста, ни шеи, погнали! Все, мы на первой точке. Сейчас нужно подобрать веса, приманки. Диман уже вот начал потихоньку ловить. А я, как всегда, только раскладываюсь. Сейчас что-нибудь подберу. Какую-нибудь вот такую красивую приманочку на сети. Тут коряги. Джих надо подобрать. Ну и уже начать свою ловлю. Серег, отца? Ну вот. Я только-только все настраивал, а у нас уже рыба. Дима напереди. Походу, багрёна и всё там. Серёжа. Не по-честному. Этому обратно. Дорогу походу. А показалось. Точно нужно показаться. Нет. Показалось сурово. Точно, но это первый на. Нифига ты его закинул. Первая добыча. Да, к сожалению, пробит у него пузо. Да, жаль такого малыша. Вот настал и мой черед сделать первый заброс. Прям судаку по дну. Скорее всего, такие ножки. Не, нам сразу нужны огромные. Кстати, какой-то контакт был. Контакт какой-то был. Первого заброса. Не, ну ты тоже это поймал, значит не считаешь, что это. Все, собираемся домой. Не, лагерь сворачиваем, собираемся домой. Не, как спиннинг. Возьмешь? Так возьмешь?
то сейчас их и так покажу. Раз, два, еще раз. Готов. Опа. Отцепился. Я сразу отцепился. Сейчас начал голову брать. Сейчас. Затёр. Спасибо. Зверь. Какой пузатый зверь, а. О, какой красавец. Так он какой-то это, жизнью побитый, глянь, у него верхний плавник. Да, ну да, кто-то его уже это. Они там все закончили. На Дону со мной сегодня, в принципе, как и в том году, всегда Versus от компании CF. С тестом он 7.28, в росте 2.29. Страдик мой 3000-ный и плетня 1.2 по Японии. И вот такая вот приманочка Nano Minnow 3,5 дюйма. Я у себя на реке ее опробовал, очень хорошо ловит. И вот сейчас с первого заброса же судак на ней попался. Они его не нашли. Кауна. Да, я говорю, они его не нашли, эти троллиные диски. Да, я думаю, не особо. Он сам себе помог. Ну, мелкий был. Где-то в эхолоте у нас там рыба, вот прям, как паноптиксом смотрим. Ты сегодня всех забагрил. И это не за жопу, это просто такой судак. Это огромный судак, Дима. Глянь, палка у тебя как гнется. Да. Ну, палка работает, палка нормально. Палка нормальная. Сейчас, сейчас так и снимем. Рыбак нормальный. Где рыбу покажи? Вот он, в рот, что-то. А, ну да, что-то. Я там подумал, что это. Это не совсем. Ну, и тебе. Вот. Да-да-да. Тебе. Вот с кисточкой, да? Зубастик. И здорово, мужик. Ну, слушай, ну еда, ой, что. Ты его обхватить прям не можешь. Да, конечно. У тебя даже рука так не выгинается. Да, да, да. Брос, брос, отдай. Фу. Иди. Он сейчас тебе всю резину съест. Да. Он сейчас и меня съест, по-моему. Не только резину. Неправильный пацак. А. Огонь. Пойдет. Все, крайние точки на утренней рыбалке.
Поднялось солнышко и очень-очень жарко. Так как мы приехали вчера поздно ночью, нужно там лагерь доделать, быт обустроить. И можно уже дальше ловить. Вот такой у нас в этом году лагерь, палатки, шатер вот у нас тут для еды, для готовки еды, морозильный ларь, Диман он генератор заводит, чтобы завести наш холодильник. Опа, и все. У нас время завтрака, утренняя рыбалка закончена. Спали мы всего несколько часов, поэтому сейчас, я думаю, нужно позавтракать и немножко отдохнуть, а в обед уже половить либо чехонь, либо там ребята ходили, троллили хорошо, в общем, что-то надо поискать и уже плавно перетекать в вечерний клев. Но пока, говорю, нужно позавтракать, очень охота есть. Рано поехали даже, считай, кофе не попили, погнали уже, руки чесались побывать на воде. И мы с Диманом отправились. Так что сейчас небольшой отдых и дальше ловить рыбу. Но судачки поклевые, правда, размер пока не крупноватый. Но я думаю, все мы найдем. Нашу рыбу мы найдем. Погнали. Еще одна увлекательная часть рыбалки — это ловля кузнечиков. Вот таким пауком я это делаю. Вот уже немножко собрал на одну резинку. И сейчас нужно будет, маленький, и сейчас будет нужно насадить кузнецов на чехонь. Это мы делаем в обед, пока нет клёва судака. Вот развлекаемся как можем, называется. Хоп, накинул, и вот такой вот кузнец будет насажен и ждать чехонь. Ну вот, пришел перенасадить резинку на кузнецов, а тут уже и на резинке попалась вот такая вот сабелька. Неплохой размерчик. Отлично. Вынули резинку на берег. И пока ходили, завтракали, нам вот такая зверюга попалась на крючок. Хотел нашего живца съесть. Вот это вот добыча. Здоровый какой гад. Все, вот и наконец-то настала вечерняя заря. Едем ловить судака. Вернее, еду один. Мой напарник что-то подустал из дороги, и все, поеду сейчас один. И вот сейчас я буду искать вечернего судачка. Надеюсь, он меня порадует своими поклевками. Все, я на первой точке. Именно сегодня я тут с первого заброса поймал судачка. Неплохое место, обратка. Но тут стоял не особо крупный. Надеюсь, сейчас вечером выйдет какой-нибудь покормиться более крупный судак. Будем ждать. Есть. Ну, какой-то мелкий.
Я видел, в холоте не стояли, но такие. Он наверх пошел. Да, но это не размер. Ну вот, вечернюю зорьку открыли, пусть и таким небольшим судачком, но клюнул. Сейчас буду либо приманку менять, либо точку, наверное. Тут скопилась какая-то мелочь. Догнал какой-то. Ну, мелкий. А, сошел. Два раза он его хватал. Ах ты, щука откусила. Зараза. В общем, джиговал я один. Ничего хорошего из этого не вышло. Пару достал. Все они мелкие. И что-то больше как-то никак. Сейчас мы вдвоем с товарищем нацепили вот такие вот воблеры троллинговые. И сейчас немножко передохнем, сделаем пару кружков. Покатаемся, посмотрим. Ну и найдем точки. И, возможно, встанем еще на джиг. Если, конечно, троллингом нам не понравится ловить. Не обор якоря, видишь? Троллингисты. А мы без, это, что, без якоря будем ездить? Примерно так. Архат. А у меня зацеп, Диман. Паркуем. Ну вот. На троллинг только проплыли 20 метров. Да, давай вот так запись. Это щучка вообще, ёптарь. Щука была? Мелкая щука. Сейчас сказал. Блин, воблер только твой там мешается. Дим, он перехлестнулся, твой. Он мой дальше твоего. Подожди, не свое, не выматывай свое. Он... Рыба, но она на берег пошла. Она, он твой воблер. Подожди, Дим. Дай. Я глубину просто убираю. Вот так. Все, выматывай свой. Выматывай? Да, ты выматывай. А я буду судачину тащить. Поставлю сейчас.
Это щук, наверное. Это, наверное, щук, Диман. Что-то она ведет себя как щука. Это щукан. Щукан? А это скала вообще. Вот такая хуйня. Ну, такая не такая. Да сам. Бери, 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 бери. Котлет нужно. Не откусила. Не опускай, не опускай, не опускай. Вот такая. Кило 700? Ну да, так это отходит. Беленькая. У нас утро второго дня настало. Вчера насадил на все резинки ночью живца. Смотрю, резинку сильно увело. Она стояла вот так. А сейчас в сторону сильно. Возможно, кто-то хороший на ней сидит. Проверка, в общем, всех снастей. Фидер мой тоже сильно отклонился в сторону. Ну, посмотрим. Попадается самят, попадается в том году ловили и судачки. Живец такой хороший, такая натяжка идет сильная. Но биться не бьется никто всю ночь. Эта рыба сидела на крючке. И видно, все силы уже закончились. Но такое прям идет. Еле тяну. Сейчас около берега, наверное, даст жару. Ага, начинает биться потихоньку. Сейчас буду звать тогда товарищей на вываживание. Да, есть рыбка однозначно. Ну. Ого, ого. Видели? Наверное, сомик там, Диман. Ну, не знаю, что-то. Не вижу пока. Ага. Сомик. Сомик. Да я его сейчас сюда. Я не пойму, что, сом? Держи эту леску сначала. Ага. Там, да. Он два почему-то сожрал. А он, видишь, это, один оторвал. Один оторвал, да. Так, отходи. Тихо. А ты зачем это? Не, не зацепил, Диман. Вон, за палку зацепи, Андрей. Вон, петля. Вон, дальше. Ну, ночная соль. Не знаю. Вот фидер мой. Вчера что-то просидел, ничего не было. Но смотрю, леску прямо увело в сторону, то вот так было. А сейчас в стороне может какой-нибудь лещик клюнул. У меня на навозного червя было.
закинуто. Тоже сомик. На навозного червя клюнул. Проказник. Я думал, лещ. А тут... зараза. Крючок заглотил. Еще проказник. Проказник. Блин, без ударов, без всего. Просто повис и все. Но я его уговорил. На нано минул. В цвете пал. Да, дай. Не знаю пока чего. Вдруг это единственный, неповторимый. И тот убежит, да? А то он так как подсел. Я его вроде дернул. С этой штукой бортовой. Да нет? Да нет? Ну, что-то открывал, открывал, закрыл. Он его, видишь, придавил так чуть-чуть. Вот так попался. Просто сидел ложкой махал. Ну вот. Отжиган отгибал у него благодаря. Спокойно. Ну хоть начали расклевываться. Ну тут да. Диман поймал. Тащит. Держ. Держ. Сережа, дай пацак. Даю. Ты чё? Ты чё откуда этого под лодку махнул? Еще один бежит. Без утлера, без вообще. Что, мы сейчас поплывем отцеплять? Ничего не зацепил? Вот там. Наверное. Такого же размера. Да нафиг он нужен. Да он так не отцепится, она хорошо пробилась. Там и глаз пробился. Вот на эту резинку насаживал навозник.
Может, какие-нибудь лещи там наловились. Густераль, подлещик. А, не одна еще есть. Густерка. Одна есть. Держи. Такая чехонечка еще. Вот и все. Наша рыбалка подошла к концу. 2,5 дня позади. Что могу сказать? На клев попали только в первый день, когда приехали на утреннюю. Судак поклевал, мелковатый, но хоть клевал. На каждой постановке были удары. А потом все на вечерней хуже. А на следующий день вообще вот мои вечерние я вчера отловил без единой. Одна была только поклевка, и все. А сегодня утренняя вообще без поклевки. Сейчас собираемся домой, время 9 утра. Сегодня обещают 38 к обеду. Решили пораньше начать собираться. Так можно было, конечно, чехонь половить. Поклевывал вроде. Но в такую жару собираться потом — это ужас. Решили это сделать сейчас. Но как бы то ни было, это рыбалка. Бывает, попадаешь на выход рыбы, а бывает, что и пролетаешь, как мы в этот раз. Но свою рыбу мы все равно чуть-чуть поймали. На этом и спасибо, батюшка Дон. До новых встреч. Пока.